Большинство людей теряет деньги. Я не хочу, чтобы люди теряли деньги. Перед тем, как начинать любое дело, следует в чем-то убедиться, чтобы не наносить себе травмы, несовместимые с жизнью. Перед тем, как ты начал инвестировать, убедись в трех пунктах. Первое. У тебя нет долгов. Ну, просто если у тебя есть долги, и ты начинаешь инвестировать, ты затягиваешь петлю. Ни в коем случае не инвестировать с кредитным плечом. Это только профессионалы, которые там 20 лет в инвестировании, они могут поставить риски, просчитать и использовать плечи для увеличения там доходности, но при этом с должной осмотрительностью на риски. Дальше. Убедись, что у тебя сформирован резерв. Резерв неприкосновенный, да? Тот, который не для инвестиций, тот, который нельзя вскрывать и брать для инвестиций, это резерв на непредвиденные события. Ну и, конечно же, выстави размер суммы, на которую ты готов потерять, или она надолго зависнет в не очень ликвидных инвестициях, что тоже бывает. Вот эти три пункта. Еще раз повторяю, нет долгов, иметь резерв и определить сумму, которую ты готов безвозвратно потерять. Без этих трех пунктов вот даже не приступай.